Для одесского бокса год начался с громкого события, а именно с открытия нового клуба «Братья-2». Ровно месяц назад зал открыл свои двери как для любителей бокса, так и для уже профессиональных спортсменов. Появление нового клуба – это прямой показатель того, что спорт в Одессе не только популярен, но и востребован. Федерация бокса Одесской области напрямую содействует развитию спортивной индустрии как в организационном, так и в финансовом плане. Месяц назад открыли этот клуб «Братья-2». И сегодня, прошлый месяц, мы пришли посмотреть, как работает клуб. Очень довольны дети, молодежь, у родителей спрашиваем, все условия есть. И поэтому мы будем ездить по области тоже, вот примерно такие, конечно, ну не получится, как говорят, но области, районах, примерно такие клубы хотим открывать, развивать хотим бокс в ближайшее время, несмотря на пандемию, я думаю, у нас все получится. Боксерский клуб открылся в сложное время, за несколько дней до локдауна зимних каникул. Но, несмотря на это, в зале занимается большое количество детей, которые познают азы боевого искусства на оборудовании высокого качества. Несмотря на локдаун, пандемию, мы наблюдаем тенденцию увеличения количества занимающихся в этом клубе. Самое главное, что сегодня мы видим клуб «Братья-2», он полностью соответствует всем европейским стандартам. Абсолютно новые спортивные мешки, спортивный инвентарь, два ринга олимпийского размера, который дает возможность тренироваться на этих рингах и ближе к боевой практике получать свое боксерское умение. Представители Федерации бокса Одесской области подчеркивают, основной целью открытия новых залов является не финансовая выгода, а популяризация спорта. Всего за месяц работы клуба «Братья-2» к спортивной семье города присоединились около 70 детей, которые в дальнейшем могут стать чемпионами города, области, страны или даже мира. Да, тут здесь много новичков, но как уже работает клуб, боксерский клуб «Братья-1» на протяжении уже 2 лет, и уже слух по городу пошел хороший, отзывы родителей хорошие, и мы создали вот этот новый клуб для того, чтобы еще больше привлечь детей к соревнованиям, и в дальнейшем будем развивать их. Клуб «Братья-2» – это уже не первое подобное место в Одессе, где каждый желающий может заниматься аматорским и профессиональным боксом. В октябре 2020 года на базе Национального университета Одесская юридическая академия свою работу начал боксерский клуб «Академия бокса». Одесская юракадемия уже не один раз была признана самым спортивным вузом страны. Президент университета Сергей Кивалов продолжает развивать спортивную инфраструктуру не только на территории университета, но и инициирует строительство спортивных комплексов и площадок в городе Одессе. Хочется отметить, конечно, что Сергей Васильевич является добрым другом Федерации бокса Одесской области. Партнерами уже на протяжении долгих лет мы проводим ряд мероприятий спортивных на территории юридической академии. На территории Национального университета в 2020 году был открыт абсолютно новый клуб «Академия бокса», где сегодня уже работают специалисты Федерации бокса Одесской области, тренера. И уже сегодня мы видим большое количество спортсменов, боксеров, которые занимаются в этом клубе. И студентам будет гораздо удобнее, и мы глубоко уверены в том, что будет высокий результат, когда студенты на территории своего университета могут заниматься этим прекрасным видом спорта. Одесская юракадемия известна своими титулованными спортсменами. Среди студентов и выпускников вуза немало чемпионов области, страны и международных турниров, таких как Олег Гута и Александр Наумов. Спорткомплексы университета всегда готовы распахнуть свои двери для талантливых детей, юношей и взрослых.